В спортивном комплексе «Металлист» подвели итоги семейной спартакиады. В этот раз в соревнованиях приняли участие 28 команд. В семье семибоковых мамышек 5 человек, у супругов 3 детей. Старший занимается футболом, волейболом, теннисом. Члены семьи отмечают, что спартакиада их сблизила. Они хорошо провели время вместе, помогали друг другу. Мы в этом соревновании принимаем участие уже второй раз. Нам очень сильно нравится. Вместе собираемся с семьей, различные виды спорта, да, принимаем, вернее, участие в различных видах спорта. Это нас объединяет. Все хорошо. Спасибо организаторам. Спартакиада проходила в 9 этапов. Соревновались семьи в плавании, пулевой стрельбе, легкой атлетике, боулингу. Также для участников провели викторину, спортивный квиз. По словам организаторов, такие состязания объединяют. Всех с праздником спорта. И, конечно, я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Приглашаю на все наши уличные мероприятия. Их будет много. Юрий Гришан наградил победителей и участников семейной спартакиады кубками, медалями и грамотами. В командном зачете первое место заняла семья Коротковых. Спортивная семья проходит в областном центре с 2007-го. За эти годы проект поддержали несколько сотен команд.